Ну, народ, приехала я с работы, тут Наталья чем-то занимается. Это ж не виски, правда? Что? Это ж не виски. Нет, это скалка. Это скалка? Я думаю, ты масло перелила сюда. Бачу, он меня прилип, это так. А, это скалка, прикольно. Мы же не нашли скалку, Наташа, она стоила где-то 50 дирхам, да? 15 долларов. От 25 до 50. Боже, какая красота. И меня жаба задавила купить. Ёлки-ки, пельмешки. Это пельмешки ж, да? Ну, да. Це вони, дивись, вони такі, это, волохаті пельмешки у меня. Рюш, пельмени рюши. Ну, дивись, які вони великі. Это я ще не навчилася. Прикольно, то рассказывай. Людина перший раз в житті робить пельмени. Я вас поздравляю, я попробую. Класна у тебя штучка вот эта с Занзибара. Ой, Занзибара, с Кении. Чуть я уже того переработала. Слухай, я тут это, включила себе джаз. Ага, слышу, да, слышу, он играет. Да, не знаю, ну может выключи, чтобы это не заблочили. Будем разговаривать, нас не заблочат. Я что хочу сказать, это такой медитатив, рубитый под джаз. С этой стороны зайду. Ой, а фартушок покажи, ну тоже. Смотри, да вообще, смотрите просто... наше видео, все, что мы привезли из Кении. Для кстати, идет вот фартушок, идет как в комплекте с этой вот штучкой. Да. Нет, у нас в комплекте. Вместе смотрится. Вместе смотрится, да. Покупали без комплекта. Так, рассказывай, как делать. Делаешь молча и уверенно. Слушай, вымесить тесто, коса. Я тебе реально говорю, что я никогда не делала тесто. Вот никогда. Хотите верьте, хотите верьте. Это наш мраморный стол, чешуя. Такой у нас, я не знаю, что это. Камень какой-то. Короче говоря, вот смотри. Я же тебя пошла вот это встречать, а тут, как его, оставила. То есть тесто подсыхает. Это так вот надо с это. Поэтому мне сестра хорошо что сказала, что закрой его всю. Не оставляй кусок. Вот отлепила и это... Куда-то заверни его, чтобы оно не сохло, потому что вот так это. Так, короче, знаешь, это я про это тесто. Я зашла на этот YouTube этого Самвельчика Адамяна. Угу. У него там этот новый Наташа канал. Наташа смотрит его YouTube. Ой, да, я это не постоянно, но это телешоу, это, конечно, прелесть. Вот. Но вот этот новый канал, и он там делал пельмени. И рецепты такие, в принципе, знаешь, я смотрю, тю, так и я посмотрю. А нам так пельмени хочется, так, честно. А почему пельмени? Тут же нет пельменей. Тут если кто-то и лепит, то это в домашних условиях на заказ. Вот смотри, что делается. Вот нельзя оставлять их, это надо сразу делать. Вот видишь, оно тяжело слепливается, что именно оно слепится, но тем не менее. Короче, тут же пельмени нету, не продают. Ну, не та культура. Продают вот эти, не манты, как они, вот эти треугольнички индийские. Самса? Самса. Но это же самса, это совершенно другое. Да, это острое, жареное вообще. Не, оно может быть не острое, оно может быть смачное, але оно жареное повинно быть. Це не то. Вот. И, то есть, делают на заказ. Но делают в больших городах, в Дубае, в Абу-Даби. Тут тоже говорят, что делали. Ну, какая-то женщина. Мы найти там, пока не можем. Да. А зачем искать на заказ? Довезли. Туда? Когда есть Наташа. Да. То есть, на домах делают люди. Боже, да, красота вот. Какая. Народ. И вот, короче, я у него посмотрела. И такая, господи, как просто. И я смогу. Ну, короче, ребята, дивіться, что я роблю. И они у меня такие здоровые получаются. Что единственное, смотри, по его рецепту мне он сказал, что... Так, ты про тесто рассказала, как замесить? А, элементарно. Значит, 3 части муки. То есть, вот я взяла стакан, не стакан, а свою чашку. А дай это, дай просто вот фиолетовую. Да любую вот. Тут я померила... Тут Наташина чашка. 300 миллилитров воды. То есть, это большая чашка. Я, значит, 3 чашки муки, вот потом насыпала в емкость, потом в эту же чашку яйцо одно разбила, 2 столовые ложки этой олии, масла подсолнечного, или растительного масла, какое вы там едите, потом 1/2 чайной ложечки сольки, и это все доверху долить тепленькой водичкой. Тепленькой водичкой. Ну, ты, оно же сыпется, оно же не очень будет много. Потом долила водичку. Okay. Так, короче, говорить и делать это тяжело. И начинаешь вилочкой аккуратненько раскалатывать, чтобы размешать, чтобы оно все размешалось в одну массу, но аккуратненько, чтобы не пролилось. Бо у меня 2 раза пролилось. Вот, и потом, так немножко тесто, вот где оно у вас будет разозето, ну или как вот, просто влить в муку. И начинаешь вымешивать, дым-дым-дым-дым-дым, вымешал себе, и это, вот смотри, что делается. Вот, видишь, нельзя так это, тумятоненький, ну ничего, это будет у нас это, фреш золотой. Это,
значит, начинаешь вымешивать, месишь, потом бах, на, вот сюда на поверхность чистенько, и начинаешь месить, боже, как тяжело месить тесто. Но такой кайф, мозги выключаешь и просто месишь, тупо месишь. И оно вот превратилось, ну вот, вот в такое вот. То есть оно много. Вот у меня, мне кажется, очень много, и мяса может быть не хватить. И вот оно просто... Та-да! У нас на канале. Ух! Это вообще... Приятно! И что хочу сказать? Ставьте лайки, рубрика «Готовим смотри, в Эмиратах». Да, это пельменьки первый раз. И он сказал, что можно и это тесто и на вареники, и на пельмени. То есть, ну а почему нет? Какая разница? Оно даже уже сейчас пахнет пельменями. Но, вот значит, вымесили тесто. Оно вот смотри, вот он как... Посмотри, оно как пружинит. Оно обратно возвращается. Смотри, что делается? Как матрас. Ортопедический. Слушай, а может поспать на этом? Класс. Короче, и потом вот в кулечек положить, когда вымесили, положили в кулечек и забыли о нем на 30 минут. Пусть он отдыхает, думает о приятном, о его прекрасном будущем. А в это время, пока он у себя отдыхает, занимайтесь фаршем. Расскажи про фарш. А фарш у меня уже был готовый. Мы же купили. Мы его купили. Мы говядину. Купили говядину. И курицу. И курочку. То есть я взяла по половине. Я много взяла. По полкило? Он сказал, Самвел сказал в рецепте по 300 грамм. Не по 300, у него 300 грамм. Ну, наверное, свиного. У нас свинины так нету, чтобы в таком доме. Мы не нашли. Хотели бы. Ну, еще и фарш делать из свинины дорого. Значит, я взяла половину. Вот мы килограмм говядины взяли. Нам в магазине мы тыкнули кусок. Нам сделали этот... Два раза фарш из этого куска. И, так значит, и половину говядины, то есть это полкило говядины, и 400 грамм было курятины, и пол, это, значит, 200, это 500, 700, 700 грамм. Угу. 700 грамм и лучка. Одна луковица, вот я по его примеру... В блендере? Отож, надо было мне сделать в блендере, а мне что-то вот это было... Лень. Вот эта лень дурацкая всегда, она плоха называется. Лучше бы я взяла в блендере, потому что порезала, потом мне бжикнуло, и не было вот этих вот таких больших кусочков. Я его взяла, потом перерезала. Ну, оно хорошо, когда на терке так трется нормально, но вот эти вот много остается отходов, которые надо это резать. И... Ну, короче, я все, что... Ничего у меня не пропало. Ну, то есть одна луковица, на это все. Он там чеснок добавлял, я не дуже люблю, у нас мы не купили чеснока. Вот я подумаю, интересно, провалятся они или нет. Потому что, видишь, вот нельзя его оставлять, тесто в таком. Вот я буквально отошла на 10 минут, и оно уже начинает таким... А раскатывают и тесто... Ну вот скалочка, слушай, ну еще я забыла один. Скалочка у меня такая, обвернула себе в этот, как его, в пленку. Помыла бутылку, обернула. Шикарно, слушай, шикарно. Да, надо жизнь. $15 на скалку тратить. Ну не говори. Не, ну если бы я делала каждый день там на продажу. А что я извиняюсь? Вот, слушай, можем на продажу заниматься. Пишите нам. Подпишите. Мы кто в Ляйне обязательно. Отправим. Почта Emirates. Вот смотри. Он так, знаешь, еще брал этот кусочек, он так еще руками, пальцами разминал. Я ничего не разминаю, зачем это тратить? Я ленивый в этом плане человек. Тут готовишь 4 часа, а потом за 20... Какие 20? 20 за какие 20? 10 обидно. Минут уже ничего нету. Поэтому столько времени на еду, это надо быть большим любителем. Я такой не любитель тратить время. То есть раскатываем, потом закатываем фарш туда, слушай, да? Любители виски меня, наверное, уже прокляли. Или кто это? Ну, это такой себе виски, да? Что значит такой себе? Любой виски уже для любителей не такой себе. Ну, вот, мы его когда-то употребляли с Кока-Колой, да? А сейчас оно уже стоит, я не знаю сколько. Сколько лет? Года два уже стоит. Если какие года два? Лет пять? Короче, я его лет пять. Виски мы не очень. Так, вот, а дальше будем закидывать или что делать? А дальше будет процесс. Давай уже потом. Тогда вернемся, хорошо. Вернемся, когда будет процесс. А, ну вот я так молодой. Сейчас видите, какая красота. Ну, поставьте лайк. Это такая медитация. На барабаньте коммент своими прелестными пальчиками. Пожалуйста, будем ждать. Слушай, это реально прикол под джаз. Вот я вот сейчас мы болтаем, а когда это я включила, что такое, ой, так дым-дым-дым, класс. Ну, вот, не, подрок не то, это подрок. Вот вам и лайфхак. А джаз вообще классика. Джаз и пельмени. Голд, да. Возвращаемся к видео. То я хочу показать, что когда оно только я раскатала, какое оно мягенькое, боже, так приятно его трогать, вот, вот реально тактильное, это просто прелесть. То есть нельзя его оставлять, вот и оторвали кусочек,
И сразу спрятали в кулек, чтобы оно не это не сохло. Какие у меня пельмешки. Прекрасно. Наверное, кто лепит, посмеются. Ну, хай смеются. Да, пишите комменты, кто лепит. Кстати, смачненько. Интересно будет. Пишите комменты, кто не лепит. Да, и по какому рецепту вы делаете. Ну, это, я же говорю, для нас это правильно, Оля сказала, что для нас это вообще, когда нету, всегда хочется. А я помню, боже, как мы купили у нас, я не помню уже в каком магазине, такие цены дорогущие эти. Не помнишь, не? Вот на Русановке мы с этой, и там с какими-то, ну, вареники и пельмени, боже, какие они поганые. А да, цены, и тесто такое было. А цены космос, да, и тесто, вот как можно испортить? А можно. А можно, да. А вот можно, вот. Ребята, все можно постараться. Ну, мы, конечно, сейчас еще сварим, вдруг они сейчас и все посмотрим. Будем снимать, показывать, да. Так что. Пан Самвел сказал, что ничего не развалится, обещаю. Ждем вашего одобрения, лайков, обязательно. Да зачем нам одобрение? Нам надо просто, чтобы было вкусненько, правда? Это и да. И память для нас. Ну вот сказала Наташа, я включаю, ты рассказываешь. Я включаю, ты рассказываешь. Дальше сейчас у нас боюсь, что у меня будет этот первый пельмень. Ничего. Опа, что это я закрутила? Эх, судьба его понесла така. Ух ты! Первый пельмень будет вареником. Мне кажется, он это как выскочит. О боже мой, посмотри, что там происходит. А что не загуливаются? А я все это мешаю. Народ, пишите в комментах, что случилось. Я... А ты помешала? Ты вот что сделала? Я за народ отвечу. Я же это мешала. Что-то я долго слишком говорю, надо делать. Я... А по сколько мы будем? По 7? Ой, да. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. А что это они всплыли? 11, 12, да? 13, 14. Что-то много воды, наверное. Я соль размешивала и начала... В чем дело? А чего вы всплыли? Народ, а чего вареники всплыли? Пишите. Топите их. Я в шоке. Топите их нафиг. Да хватит, уже 15 ты кидаешь. А ну давай. А что же с этими делать? Какие бусинки, дайте мне их потрогать. Я хотела вот этот еще тонкий какой-то. Они, видишь, сохнут, их надо уже прятать. Да, давай ты прячь, а я покараулю, чтобы они нет, они боже, я ж вообще, не вышли и не пошли. Я вообще дилетант в этом деле, как их морозить? Наверное, их просыпать мукой так немножко и все. Народ, пишите в комментах, мы даже все написали, видео мы уже сняли, заморозили. Уже все. Но на будущее мы будем знать. Да, спасибо за совет. За совет. Да, я здесь. А я. Бусики! Ай, бусики, это прелесть! Да, Кения, это была прелесть. Вот, и сейчас мы снова в Эмиратах и готовим с вами пельмешки. И почему-то они всплывают. No idea, не понимаю. Слушай, а вот оно кипит, ну, наверное, слушай, 5 минут. Слушай, я только 2. А сколько их всплыло? 3, 4 всплыло, я в шоке. Ну, хвилинок 5. А мы будем есть вареники, которые всплыли и которые не всплыли отдельно. Это важно. Наташа присыпала, у меня такое впечатление, что теперь творожные такие. Не говори, ну это еще не вареничек. Все, еще он, смотри, тесто осталось. И вот они все кружатся, танцуют в танце. Уже це треба было столько робити, чтобы так мало сварить. Они такие здоровенькие, вот моя рука, а вот... Ты же говорил мне. Они такие вареники, такие... Мне так смешно с этих пельменей. Мощь! А знаешь, есть такие малюсенькие так делают вообще. Да. Я не знаю. Ну я, видишь, я папа. Как это манты. О, точно, это манты. Это Рюша, пельмень называется. Рюша пельмень. Рюша пельмень, да. Ставьте лайки обязательно. Вот чекай, вот цель вот... хочу все-таки бросить. Это маленький, вот такой вот, который очень тонкое тесто. Разварится. Сейчас он разварится и станет великим. Не, чтоб мясо оно не выпало. Чтобы не выпало мясо, все ну, хотят. Да. Не, ну Самвел обещал, что тесто не рвется. Все, значит, ну, все. Он же не сказал, какой толщины надо. Верим Самвелу. Ту-ду-ту-ту-ду. Ой, боже. Ну, ты знаешь, это точно не на продажу. Это такой, это ну, только для нет. себя такой размер. Но мы научимся и потом пойдем без не, делать. Я к тому, что знаешь, размер все-таки. Вот не, такой ты, съешь и уже все. Нифига себе размерище. Прикинь. Ну, ничего, все нормально. Попробуем, расскажем, покажем. Так, ну что у нас слушай, здесь? Это у меня уже они варятся практически 9 минут. И посмотри, вот этот вот тонкий, который был, он не разварился. Зачем я так долго говорю, я не знаю, но посмотри, 9 минут, с ними ничего не происходит. Я уже буду вынимать. Давай сейчас вытаскивай на тарелку. Ну они здоровые, конечно. Вынимай, класс. И потом уже будем опс. Пробовать. Что это он? Капля воды сделала температуру на минус 100 градусов меньше. Да, у нас же это, как это называется, индукционная. Индукционная. Вот мы выкладываем. Подожди, малая, что я взяла? Нет, ну да, я хочу, чтобы это попробовать и маленький сравнить, и вот эту
Ну, тоненькое тесто. А потом тесто уже, наверное, включимся, когда будем пробовать, чтобы конечно, они остыли. Конечно, они немножко остынут. Давай. Только тогда... масло я не люблю. Вот это вот. Я думаю. Тоже. Вот они, красотулечки, смотрите, просто... Красотулечки. Размер имеет значение. Ну вот я... Будьте вот, снисходительны. А вот пельмешки. К пианисту. Не стреляйте. Мяша, это прямо руки трусятся. Ну так, входит так тугенько. Ну, плохо. Не брызгается. Это плохо, да? А ну, что там? Что по мясу? Вкусно, мясо вкусное. Сока нет? Погано. Сока маловато, оно чуть-чуть есть, но тесто оно твердое. Твердое. Оно не мягкое, но классно, что оно бы, мне кажется, если мягко, оно бы у нас бы провалилось. Но хотелось бы мягче. Да. Хотелось бы мягче. Немножко, мне кажется, даже оно такое, ну... Толстое, вниз, да? Смотри, да, толстое, не проварилось. Не проварилось. Угу. А знаешь, что вот я думаю... Слухай, слухай. Я думаю, что... Вот это вот, видишь? Я думаю... Ну, ты это понял? Да. Я думаю, что это моя вина, поскольку я их... Смотри, я лепила, надо их лепить и варить. Лепить и варить. А они у меня стояли. Либо накрывать чем-то надо. Да, а ну попробуй... Не-н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 е
я вот этот вот разрежу, который тонкий был. Ты что думаешь, маленький да удаленький? Ну давай. Ну такое тесто надо. Кайф, да? Тоньше, тоньше тесто. Ой, какое вкусное. Ням-ням. Слушай, ням-ням-ням. Ну видишь, как классно. Теперь есть опыт, есть варенички. Я теперь из твоего возьму. Не, ну подожди, не скажи, есть что там? У меня, наверное, весь сок вылился. Вот, вот сок, смотри. Ну, боже. Классно. Но все равно они намного вкуснее, чем мы тогда вот купили в Киеве. Боже, и слушай. Что-то за огромные деньги и какая-то липучая, липучая тягомятина какая-то была, начинки мало и непонятное тесто. Не, слушай, ну конечно, Наташ. Я в шоке. Тут ты гений. Ну это, если не я гений, спасибо. Благодарю большое. Тебя, да, вот смотри, вот. В кои-то веки не думала, что я в Эмиратах вареники боже, попробую. Боже, так вкусно, слушай. Я, наверное, давно не ела. Нет, это все равно, это даже недавно не ела, это все равно вкусно. Ну просто мне надо меньше теста, мне надо научиться делать меньше теста. Видишь, у нас тут много получается, но его варишь, оно не разварилось, это тоже класс. Так что, кстати, тут у нас в группе объявили, что где-то завезли украинские вишни и цей, малинку, будем мороженое. Искать. Так что да, еще будем это, вареники завершить. Так что, ой, народ, что будет, что но будет? Вы пока... Тоже кушайте, приятного аппетита, ставьте комменты, пишите лайки. Вот чувствую по Наташе, что вот такое пошло, такой сок пошел. Угу. Так что все, побежали мы кушать. Слушайте, очень вкусно. Вам приятного. Это и нам вкусно. Тоже. Ням-ням. Пока.